Теперь Италия, где местный житель при помощи плуга и трактора нарисовал на пшеничном поле огромный портрет российского президента Владимира Путина. No, God, please, no! 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 24, 25. То есть только ухо 25 метров? Да, 25. А всего? 130 на 100 метров. Иди сюда, прыгай. Я подам тебе руку, прыгай. Я не могу, это не совсем корректно. Ничего. Ну как ничего, это же мой президент. Владимир Владимирович Путин нагнул всех на весь мир на вот так весь мир. Лучше всего портрет президента разглядывать с самолета, с высоты километр и в ясную погоду. Не только потому, что большое видится на расстоянии. Когда солнце бьет в пластик, глаза Владимира Путина становятся голубыми. Даже такая полуулыбка его удалась. Но это у него такая суровая улыбка, говорит о его характере. Он человек твердый, умный и очень дипломатичный. Я очень рада за Путина. Он прекратил войну. И где бы он ни касался, он все время отстраняет. Я очень довольна за Путина. Это послание двадцатки. Столько проблем в мире, которые нужно решать. И он, конечно, ключевая фигура. Спасибо большое Владимиру Владимировичу Путину. Это настоящий президент России. Не только России, а мира и Европы. Путин, вперед! Самый надежный партнер – это Россия. И с ними надо дружить, и никаких не должно быть конфронтации. Только нашему Яйценюху. Его называют в Америке Яйценюх. А Украину Обама его принимал в комнате, где занимался сексом с Моникой, оральным сексом. Поэтому Яйценюх, вот и передайте ему.